Здравствуйте! Сегодня необычный день. Сегодня удивительный день. Сегодня праздник. Радостный, долгожданный. Вас приветствует ансамбль «ЛАД» Объединение дополнительного образования по классу гитары. Руководитель Викторова Наталья Владимировна. Ольга Матвеевна. Когда у порога задышали уже холода. Школа празднует день педагога, праздник мудрости, знаний, труда. День учителя, слушайте сердцем, в эти звуки, что дороги нам. Всем, что связано с юностью, с детством, мы обязаны учителям. Наша концертная программа сегодня пройдет в виде конкурса творческих дуэтов «Две звезды». Разрешите мне представить жюри конкурса. Беликова Екатерина, президент нашей школы. Председатель общешкольного комитета Хайбулина Ольга Сергеевна. И поминальная Виктория Михайловна. Председатель управляющего совета. И первыми на нашу сцену приглашается танцевальный дуэт Землякова Полина из 4 А со своей мамой. Валерия,
Поздравляем вас с праздником, Днем Учителя. Но нет учителя без учеников. А это значит, что сегодняшний праздник не только ваш, но и всех, кто учился и учится. А в школе учились все – наши дедушки и бабушки, мамы и папы. Получается, что День Учителя – всенародный праздник. С праздником всех! Приветствуем вас на конкурсе талантов – «Две звезды». Для вас поют победители конкурса «Две звезды» 2014 года. Полина Андронова, 2 А, и ее мама Андронова Екатерина Сергеевна. Песня «Учитель». Второй Б у нас. Да.
Дня Учителя официально в нашей стране отмечается 5 октября. В этот день люди чествуют учителей, выражая им свою любовь и благодарность. А мы, в свою очередь, выразим в своем лице благодарность от всех ребят, которые сегодня решили заменить вас на вашем профессиональном поприще. Особую благодарность за доверие, поддержку и понимание выражаем администрации школы в лице нашей любимой и многоуважаемой Ольги Алексеевны. Вам слово. Уважаемые коллеги, дорогие наши ребята, родители, которые пришли разделить с нами этот праздник. Случайных людей в школе нет. Педагоги, учителя несут некий сакральный образ. Учителем быть почетно, учителем быть достойно. Учитель – это тот, кто творит будущее. Причем мы творим будущее, которого еще нет. В этом сложность нашей профессии. Но тем не менее, уважаемые коллеги, давайте мечтать. Давайте осуществлять такие наши светлые мечты, чтобы те, кого они касались, ощущали благодать от того, что эта мечта существует. Искренне поздравляю всех нас с праздником. А одной из коллег сегодня жизнь поставила 2 пятерки. Сегодня юбилей нашей многоуважаемой Любовь Васильевны Стельмах. Я прошу ее сюда подойти. Галину Викторовну приглашаю. Ученический коллектив поздравляет вас с юбилеем. Мы хотим долго-долго еще видеть вас в стенах нашей школы. Нам важна ваша улыбка, ваши знания, ваш опыт, те технологии, которыми вы владеете. Искренне поздравляем вас. Премия вам за 2 пятерки. Дети любят вас. Подарок от коллектива. И наши искренние поздравления. Профсоюзной организации, в которой вы состоите долгое время, примите тоже поздравления. Живите долго и счастливо. Всего доброго. На нашу сцену приглашается дуэт из 4 Б класса Сергеева Виолетта и ее мама. Ты же лучше меня, ты красивее меня, ты как солнце точь-в-точь. Ты же лучше меня, ты умнее меня, ты моя дочь.
если бы я рисовала мир, ты была бы самой счастливой, и улыбалась бы чаще ты, никогда, никогда не грустила. Я бы тебе дарила сны, ярко-желтые, как картинки. Читай по моим глазам, я все за тебя отдам. Ты же лучше меня, ты красивее меня. Я твердить не устану, ты же лучше меня, ты добрее меня, ты моя мама. Ты же лучше меня, ты добрее меня, повторять не устану. Ты же лучше меня, ты умнее меня, ты моя мама. Ты моя дочь, ты моя, я люблю тебя. Для вас поют Кузнецова Юлия Андреевна и учитель английского языка Елена Анатольевна Федюнина. «Однажды в декабре» песня исполняется на испанском и английском языках. Раз, раз, раз. Dancing bells, painted wings, things I always remember, and a song someone sings once upon a December. Someone holds me safe and warm, horses prance through a silver storm. Строгим и ласковым, мудрым и чутким, тем, кого седина на висках, тем, кто недавно из стен институтских, тем, кто поведал нам тайны открытий, учит в труде добиваться победы, всем, кому гордое имя учитель, наш огромный горячий привет мы посвящаем слова. Уважаемые учителя, примите поздравления от учащихся 5-го В-класса Ляровский Никита и Кондрашова Анастасия.
День ощений. Когда у порога задышали уже холода, школа празднует День педагога, праздник мудрости, знаний, труда. День учителя, вслушать ли сердцем в эти звуки, что дороги нам? Все, что связано с юностью, детством, мы обязаны учителям. Сил вы нам отдаете немало, и любви, несмотря ни на что. Как вы верите в нас, и, пожалуй, верить так не умеет никто. Никогда не угаснет, ни вчера, ни сегодня, ни завтра, не угаснет той веры свеча. Без учителя нет космонавта, инженера, поэта, врача. Еще одно поздравление от ученицы 5 В класса. Аккомпанемент Шкирко Ольги Борисовны поет Яицкая Юлия. Песня «По небу синему». Мой ученик, ко мне пришел ты, мягкий,
пенцелем в моих руках, чертили уголь и сангина. Учитель мой, тебя поверил сразу, не мог на месте усидеть, меня тянуло на проказы. Да, ты шалил, но не подвел меня ни разу. Пред нами, ученик мой, целый мир открыт. В слиянии множества понятий и ответов взрослеешь ты. Я передам тебе, учитель мой, от всех учеников твоих 4000 приветов. Ты подрастешь, в тебе останется часть мыслей и часть сердца. Я выйду в мир открытий, чувств, идей. Иди, мой ученик, вот с нами дверца. Постой, еще немного, дай мне на тебя полюбоваться. Не надо... Нет, не надо слез, учитель мой, я вырос, дальше надо мне идти, я не могу остаться. Я тоже уходил и оставлял своих учителей, чтоб в мыслях к ним не раз вернуться. Давайте же поздравим их, пусть все учителя сегодня улыбнутся. На сцену приглашаем дуэт в номинации «Ученик-учитель». Ильмуратов Шахрух, 9 А, и его классный руководитель Якубсон Евгения Викторовна. Песня «Листья желтые». Желтые над городом кружат.
зажженные, скажите, что вам снится, что вам снится. Душою всегда молодые, труд и радости с нами деля, наши строгие, наши родные, терпеливые учителя. Сил вы нам отдаете немало, и любви, и смотря ни на что. Как вы верите в нас, что, пожалуй, верить так не умеет никто. На сцену приглашаем дуэт из 2 А-класса Шилко Денис и его мама Шилко Татьяна Николаевна. Учительница в класс, сама чуть-чуть постарше нас, и провела такой урок, что мы забыли про звонок. Нам хотелось больше знать, и взрослыми быстрее встать, и выбрать в жизни верный путь, и в будущее заглянуть. Быть может, кто-нибудь из нас зайдет вот так же в школьный класс и проведет такой урок, что все забудут про звонок. Вы знаете, мне по-прежнему верится, что если останется жить Земля, высшим достоинством человечества станут когда-нибудь учителя. Не на словах, а по вещей традиции, которые завтрашней жизни подстать. Учителем нужно будет родиться и только после этого стать. В нем будет мудрость талантливо-дерзкая, он будет солнце нести на крыле. Учитель — профессия дальнего действия, главная на земле. Сегодня у нас необычная праздничная программа. Она у нас конкурсная «Две звезды», в которой принимают участие учителя, ученики и их родители. И сейчас вашему вниманию представляем дуэт из 2 В-класса Зеленин Павел и его мама. Yeah.
славный. Когда кружится листопад, принимайте поздравления от мальчишек и девчат. Муха-цокотуха в исполнении Филатовых Артема, Сергея и Ольги Андреевны. Где злодей? Не боишь его как тень? Подлетай!
уберет. Да, Боже, уберет. Я, говорит, плоть зарубил. Я, говорит, тебя освободил. И теперь душа девица, но теперь хочу жениться. Тут букашки и козявки, вы ползаете из-под лапки. Слава, слава комару, победитель! Первоклассника. На сцене классные руководители 7 Б, Бабушкина Наталья Евгеньевна, и 6 А, Федюнина Елена Анатольевна, Федюнин Павел и компания из 7-го. Приглашаются Башко Евгения 5 Б и ее классный руководитель Ульянова Елена Григорьевна. Стихотворение Марины Казариной «День учителя». Осенней порой вспоминаются школы, тетрадка в линейку, учебник, дневник, звонок на урок.
энергичный, веселый. И ты представляешь, что много чего. Твой глаз ровно занятый солнечным светом, и парта на первом ряду у окна. Легко отворяется дверь кабинета с журналами, книгами в поле дома. Усталые плечи в накинутой шале, прическа блестит сизной на висках. И сколько заботы, любви и печали, покрытых морщинками в добрых глазах. Вы нас научили мечтать, удивляться, любить, окружающий мир понимать, делами великих людей восхищаться и в собственной жизни высот достигать. Ведь сложных вещей, отворяя нам дверцу, туда осторожно водили наш класс. Кусочек горячего, доброго сердца с любовью оставили в каждом из нас. Вам желаем успехов в труде и на службе, чтоб в семье вы хранили доверие и дружбу. Красоты вам, здоровья на долгие годы, не минует вас радость, покинут невзгоды. Чтоб наши ответы были полны и гладки, чтобы вы с гордостью проверяли тетрадки, пусть в дом ваш не заглянет ненастье. Мы желаем вам здоровья и счастья. Спасибо за добрый ваш труд. Приглашаем на сцену дуэт Щербакова Данила и его маму-учителя начальных классов Черкасову Маргариту Алексеевну. Вернее, Саша. Вдвоем ли вы со мной? Ах, верни, Саша, верни,
пейзаж. Какой портрет, какой пейзаж. Вот зимний вечер, летний зной. А вот Венеция весной. Браво! Мы будем учиться, мы будем работать. За ваше добро мы отплатим не раз. За вашу любовь, за вашу заботу. Примите большое спасибо от нас. Спасибо за то, что в работе пытливы, что к нам непоседа всегда терпеливы. За то, что без нас вы прожить не смогли бы. Спасибо, родные, большое спасибо. На сцене хор 6-го В-класса, песня «Учителям». Еще не знаю.